Тема нашего урока – квадратный трехчлен. Квадратным трехчленом называется многочлен вида ax квадрат плюс bx плюс c, где x – переменная, а, b и c – числа, причем a не равно нулю. Корень квадратного трехчлена. Корень многочлена называется значение переменной, при котором многочлен обращается в ноль. Для того, чтобы найти корни квадратного трехчлена ax квадрат плюс bx плюс c, надо решить квадратное уравнение, то есть нужно квадратный трехчлен приравнять к нулю. Разложение квадратного трехчлена на множители. Если x1 и x2 корни квадратного трехчлена ax квадрат плюс bx плюс c, то справедливо тождество ax квадрат плюс bx плюс c равно а умноженный на x минус x1, x минус x2 во второй скобке. Алгоритм разложения квадратного трехчлена на множители. Приравнять квадратный трехчлен к нулю и найти его корни, то есть решить квадратное уравнение ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю. Первое. Мы должны выделить коэффициенты a, b и c. Второе. Найти дискриминант. После чего находим корни квадратного трехчлена, если у нас дискриминант больше нуля и дискриминант равно нулю. Если дискриминант меньше нуля, то у нас корней нет. И поставить корни уравнения в формулу разложения квадратного трехчлена. То есть ax квадрат плюс bx плюс c равно a умноженное в первой скобке x минус x1, и вторая скобка x минус x2. Пример. Дан пример 2x квадрат минус 5x плюс 8. Первое. Что мы делаем? Мы приравниваем к нулю и находим дискриминант. В данном случае у нас дискриминант равен минус 39. Он меньше нуля. Если квадратный трехчлен не имеет корней, то его нельзя разложить на множители. Второй пример. X квадрат минус 4x плюс 4. Первое. Мы должны приравнять к нулю. Найти его корни. Дискриминант у нас в данном случае равен нулю. И корень у нас x равно 2. И разложение в данном случае x квадрат минус 4x плюс 4 равно x минус 2 в квадрате, потому что у нас получается две скобки x минус 2 и x минус 2. Если квадратный трехчлен имеет один корень, x1 равно x2, то формула имеет вид ax квадрат плюс bx плюс c равно a умноженное на x минус x1 в квадрате. Следующий пример. 2x квадрат плюс 7x минус 4. Дискриминант равен 81. У нас два корня. Первый корень x1 равно 1 вторая. И второй корень x равно x2 равно минус 4. То тогда разложение у нас будет в таком виде. 2, так как а у нас равно 2, умножаем на x минус 1 вторая. И вторая скобка x минус минус 4, потому что у нас второй корень минус 4. И двойку заносим в первую скобку. 2 умножаем на x минус 2 умножаем на 1 вторую. Умноженный на x плюс 4, потому что во второй скобке было 2 минуса. При раскрытии у нас дает плюс. И мы получаем полное разложение 2x минус 1 умноженный на x плюс 4.